это асфидолина. Это такое многолетнее растение. Оно корневище, корневищное, похожее на корень, как у эремурса. Очень интересное растение, красивое. Вот здесь вот начинает уже формироваться стебелек. Выйдет оттуда стебелек такой высокий. Ну, где-то до полуметра, может быть, больше, в зависимости от кормежки. Вот. И по кругу в два ряда огромные цветы, где-то величиной 5 сантиметров, они желтые. И спиралью цветут в одно, ну, одна спираль зацветает, потом цветет вторая спираль. А после зацветания, после отцветания образуются блестящие шарики размером как фундук. Так где-то. И там завязываются семена. Очень интересное растение. Изящное, оно не падающее. То есть выходит такая большая палка, увитая цветами и потом шариками. И она, ее даже не надо подвязывать. Она стоит очень хорошо. То есть очень интересное растение. И внешне красиво. Сегодня 8 марта. Вот так выглядит. Потом, когда поднимется серединка, то оно еще будет интереснее. Вот сейчас оно завязывается, еще интереснее. Ну, в общем, такое растение для красоты, можно так сказать. И из редких, я думаю, растений. В общем, еще есть асфидолина белая. Она по размеру меньше, чем вот это крупное растение. Меньше, и корешки у нее меньше. Ну, цветет облепленная белыми цветочками. Ну, это так, для информации.